Это набор карточек. Тут все на норвежском языке, но есть QR-код, можно сканировать. И есть, мне муж сказал в телефоне, правда, я не знаю, у всех ли поддерживается. Потом снимем видео, покажем этот переводчик на телефоне, когда заходите в объектив, окошечко, и там можно вот с помощью вот так вот этого объектива переводчика перевести полностью любой текст. Ну, здесь вот норвежский, я думала немецкий, окажется, нет. Суть в чем? В наборе идут, по-моему, 22 карточки различные. Сзади них вот такие вот тексты, это песенки. После того, как вы отсканируете вот этот QR-код, либо скачаете программку, есть программка тоже, я там скину название, ее спокойно это можно скачать в Google, ой, в Play Market, играет мелодия. То есть на каждую вот такую карточку, картинку есть своя мелодия. И вы с малышом, то есть включается мелодия, вы с малышом пропеваете вот эти песенки. Также можно играть с карточками. То есть мелодия связана с иллюстрацией. Вот здесь вот видно, как какие-то действия. Здесь вот малыш, здесь лошадка такая. То есть это все надо просто включать мелодии. Так мне сложно это объяснить. Вот, поэтому муж придет, и мы попробуем на два телефона заснять. Это я пока показываю, что вообще в комплекте. Вот такая вот карточка. И самое главное, что это все бесплатно. То есть платить не нужно за ту программку. Вот, самое главное, это вот эти карточки. Но у меня вообще за все время первый раз такое. Вот они даже пишут sing song. То есть песни пой. Проснись и пой, как была передача. Вот. Состояние тут, можно сказать, отличное. Карточки вот в такой вот коробочке. И на каждой вот QR-код. Но у меня почему-то на телефоне не считывает. То есть я только с помощью программки смогла открыть здесь вот такие слоники. Вот такое вот. Тут у нас море. Такое. Поезда. Здесь вот что-то прицепился кто-то. Тут у нас, наверное, леса. Тут какое-то торжество. А вот здесь вот карточка грязновата, надо повытирать. Вот, то есть это набор этих карточек. Все это хранится очень удобно в такой коробочке. 2015 год.